В минувшую среду работники скорой помощи отметили свой профессиональный праздник. Как рассказывал накануне наш телеканал, единый диспетчерский центр осмотрел губернатор Игорь Руденя. Однако в этот день он не один раз встретился с медиками. В здании областного правительства глава региона провел церемонию награждения самых заслуженных работников. Вручая награды, губернатор подчеркнул, что присутствующие в зале медики – это люди, проявившие высокие профессиональные и человеческие качества в непростое для нашей страны и региона время. Вы и ваши коллеги, врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители скорой помощи в числе первых столкнулись с новой опасной инфекцией, которая, к сожалению, охватила весь мир. И в круглосуточном режиме вы трудились и трудитесь, чтобы спасти жизнь и здоровье наших людей. Глава региона отметил невероятные объемы работы медиков в 2020 году. В период борьбы с коронавирусом бригады скорой медицинской помощи совершили около 400 тысяч выездов к пациентам. Сотрудники диспетчерских центров принимали более 1000 звонков в сутки. Сами медики при этом отмечают, что в пандемии есть и один плюс. Я хочу сказать спасибо ковиду, что он сблизил нас в коллективе, что он показал те качества характера, возможно, которые мы не видели до этого, то есть выносливость и настойчивость. В этот день Игорь Руденя вручил благодарственные письма президента России, звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области», знаки благодарности и почетные грамоты губернатора Верхневолжья. Причем 21 специалисту из районов награды передадут коллеги. Даже в такой торжественный день медики остались на своих рабочих местах, чтобы оказывать помощь землякам.